Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин, и это мой блог, или моноспектакль, или театр одного актера, называйте как хотите. Но здесь сегодня я вам расскажу, как залечь на дно, в моем случае, залечь на дно в Нижнем Новгороде. И здесь я не хочу говорить о самом замечательном городе на всей планете Земля, о Нижнем Новгороде, хотя он и участвует в названии, нет. В этом видео я хотел бы поговорить с вами об абстрагировании, ведь залечь на дно – это то же самое, что и абстрагироваться, ну, в контексте данного видео, конечно. Абстрагирование очень важно, потому что нужно иногда отсекать все, что происходит вокруг тебя. Нужно научиться уходить от проблем. И да, я говорю прописные истины, которые знают все люди вот с таких вот росточков, с малых лет. Но ими никто не пользуется. Это словно люди пытаются разжечь костер палочками, хотя рядом с ними лежат спички. И поэтому мне приходится повторять это и учить вас раз за разом. Ну, что поделать? Кто, если не я? И да, вы скажете, что никогда нельзя отбрасывать близких вам людей, надо всегда помогать им. Надо жить для остальных, ведь мы люди социума. Ну или если ты плюешь на других людей, то уходи полностью в себя. Нет, здесь я не хочу говорить непосредственно о компромиссах. Просто о важности абстрагирования. Как бы ты ни любил каких-то людей, какие-то действия, что-либо в этом мире, все равно иногда нужно включать свое эго, чтобы твой эгоцентризм расцветал. Уходить в себя и только в себя и абстрагироваться от всего. Ведь мысли, они сжирают тебя, сжирают. И как бы ты ни рассказывал и не делился об этом на работе, в баре или с друзьями, да, ты делишься, ты продолжаешь это говорить. Тебе, возможно, становится легче, но ты продолжаешь об этом говорить. И это облако твоих негативных эмоций летает все равно вокруг тебя. Поэтому, именно поэтому, иногда нужно просто взять и уйти от этого всего, забыть обо всем, поставить себя в центр вселенной и забыть обо всем. Надо уметь закрывать дверь на ключ от всего мира, хотя бы на маленький момент. Ведь если не закрывать дверь, если вы не сможете закрывать свою дверь, то мысли, они будут жрать вас изнутри постоянно. Постоянно жрать вас изнутри. И да, нужно дарить счастье людям вокруг. И да, нужно обнимать их каждый раз, как в последний раз. Но нужно закрывать дверь. Необходимо. Да и слово абстрагироваться, какое вкусное слово. Вы должны готовить его как утреннюю яичницу и употреблять его как амброзию, которая досталась вам после самого кровопролитного сражения. Это прекрасно. Это замечательное чувство. И вы должны это помнить. Ведь если вы будете жить без этого, все мысли, которые внутри вас, они сожрут вас изнутри. Уничтожат вас. И это не значит, что если вы абстрагируетесь, вы становитесь мизантропом и плюете на общество. В любом случае нужно будет выходить. Но и об этом нельзя забывать. Ни в коем случае нельзя забывать. Сколько бы вам ни было лет, и насколько вы не считали себя мудрецами, прислушайтесь сейчас ко мне, потому что я прожил долгую жизнь, и я знаю, люди этого не делают, поэтому я и говорю. Такой способ залечь на дно. В моем случае, залечь на дно в Нижнем Новгороде.